Добрый вечер, дорогие друзья. Мы идем из Кудепсты в Хосту пешком вдоль набережной. Сейчас вот идем вдоль железнодорожных путей. Ну, прям совсем чуть-чуть осталось и спустимся к морю. Ой, ну посмотрите, какой закат потрясающий. Вот сейчас по этому закату и пойдем. Нам осталось совсем чуть-чуть. Хоста прям вот она на ладошке рядом. Прошли мы, кстати, верхом нудистский пляж. Я вам из эстетических соображений не показала. Уж простите. Ну, не по низу, где сам пляж, а вот верхом вот здесь вот мы идем. Вот такое солнце, такой пляж. Закатный. Красота. Все, какие-то 2-3 минуты солнце село, представляете? Подавать перестали. Друзья мои, мы уже в Хосте, мы проводили от всех сестру, не отгоняют палку. Мы проводили сестру на поезд, покушали в кафе. Не буду рассказывать, не очень нам понравилось кафе, поэтому как бы не стану никого обижать, но ничего страшного, все нормально. Главное, мы сыты, мы уже, знаете, что сделали? Мы уже отстрелялись, хотели игрушку выиграть, нам одного патрона не хватило, к сожалению, из-за какой-то бестолковости, невнимательности бывает. Все равно у нас отличное настроение. Мы все равно добудем гуся. Лена очень хотел гуся. Очень, ну, очень значит, да, в другой день мы его, надеемся, выиграем. В общем, будем биться за гуся. Да. Сейчас едем. У нас есть время. Да, а сейчас едем домой, собрались домой. Всем хорошего вечера.